открываем следующую коробку. Вот я тут пробовал ковыряться в прошлый раз. Вот, видно. Здесь они все достаточно высокая влажность, но пряности нет. Вот. Запаха тоже нет. И здесь наблюдаем наших дендробиен. Здесь пленка на дне была. Внутри бумага как запечатана была, так и не съедена. Ну а так, видим, здесь будет порядка 50 дендробиен. И вот достаточно крупные здесь. Начинаем выбирать. Ну и видите, какая влажность, что даже внизу вроде бы вот как что-то гниет. Но запаха гниющего нет, поскольку здесь работает живность. Ну а так вот осталось еще 5 коробок. Думаю, до завтрака я их все переберу и доложу вам конечный результат.